К другим темам. Президент Касым-Жомарт Токаев наказал бывшее руководство Минобороны. Распоряжением главы государства экс-министр Сакен Жасузаков уволен из системы вооруженных сил. Объявлены строгие выговоры первому вице-министру Мурату Бектанову, начальнику генштаба Мурату Майкееву и бывшему заместителю министра Талгату Жанжуменову. Все это из-за серьезных упущений в работе по обеспечению безопасности и сохранности вооружений и боеприпасов, передислокации и обустройства объектов хранения вооружения, что повлекло за собой взрыв в городе Арыс и масштабные разрушения с человеческими жертвами, говорится в тексте распоряжения.